Всем доброе утро, клуб «Турбостроитель». Сегодня Антон Мамаев покажет коварную вещь против тяжеловеса. То есть надо, если человек 70 кг против 90 кг, ну и так, и так, и так. Ну, нам не на маленьком покажет, хотя тоже разница есть какая-то. Да, наверное, ну не знаю. Ситуация следующая, то есть партнер забрал у меня спину, вот отсюда, да, и отсюда ножки заряжает и забирает руку. Соответственно, одной рукой я упираюсь в ковер, потому что я не хочу лицом удариться об землю, об ковер. Поэтому я очень аккуратно перехожу вперед вот здесь. Ой, своей рукой я, получается, отрабатываю себе диафрагму. Вот, отрабатывает он мне то, что он меня прижимает, бедрами сдавливает, и вот отсюда, и свободной рукой легко запирает от души. Ну, если по правилам дзюдо нельзя, как бы просто рукой, надо через кимоно, то можно кимоно захватить, да. Думай еще раз, даже два раза. То есть вот забрал меня отсюда, и правой рукой забирает левой. Двумя, вот так, больно. На самом деле очень, очень жестко, плюс Антон еще хорошо загружает весом. Вот, и очень неприятное положение, когда партнер как бы, ну вот, руку мой захватил и давит, мне деваться некуда. А защита тогда какая, руку просто не давала. Тут еще главное подвести именно вот... Под диафрагму. Да, под диафрагму. Руку постараться опустить. Не высоко, а именно опустить под живот. Искусство требует жертв. Давай еще раз, Антон, аккуратнее. Ой, очень, стоп, дай вначале. Очень бедра сейчас хорошо сдавливают. Не просто сидеть, как это, в седле. А бедра сдавливают. Вот уже мне уже вот голос мой меняется от того, как у меня начинает давить. Да, это прогибается. И подводит руками. Вот! Под диафрагму! Да, под диафрагму. Задавил, у меня рука вообще очень жестко мертвая. Да. Вот отсюда. Вот он мой голос изменился. Вот оттуда забрал и задушил. Блин. Теперь я буду знать. Антон, не отдамся в борьбе. Спасибо.